Да, в принципе, да, вот у нас безоговорочная победа. Отлично. Так. Ага, греческий флот атаковал. Ну что ж, еще и незначительная победа. Я-то рассчитывал на поражение. Победа! Так, хорошо, у нас 6000 в казне. Так, Белозора, дакийский агент. Агент лопочущих чужеземцев был разоблачен, но сумел бежать. Надеемся, что он никогда не вернется к своим косноязычным друзьям и не станет нас больше тревожить. Бурубиста. А здесь шпионы есть? Есть, да, только вот он не очень-то. Так, Проксинис Аталоба. Отличный полководец. Плюс 3 к командованию. Объявлена война Скифия и Германии. Эти фракции объявили друг другу войну. Кто знает, что выйдет из всего этого. Так, у нас нужно 15 провинций и уничтожить греческие города и Фракию. Ага. Господин. Понятно. Готовы поднять паруса. Тайный агент. Готовы поднять паруса. Да, господин. Да, стратег. На борту. Да, капитан. Давайте вот высадимся к Родосу. Так, все, армия и агент высадились. Так, отлично. Вот наемников я бы, конечно же, да, вот прикупил. Хотя денежки, конечно же, придется тратить, но... Осаждаем поселение, господин. Поселение в осаде, господин. Так, Мемнон из Спарты. 40 лет ему. Так, Родосу 8 ходов. Так, может быть плотник, ну или рынок Фессалоники. Давайте все-таки ж рынок. Да, и в Ларисе порт поставим. Так, хорошо, в Коринфе можно будет переподготовить войска. Так, Антей из Навлоха. Давайте осадим наконец-то вот эту вот Аполлонию. Так, Фермоне, думаю, да, вот одну берему. Да, стратег.
Так, можно, думаю, даже, да, вот и налоги повысить. Так, отлично. Давайте, да, в Византии переподготовим войска. Жду вашей команды. Так, Понт. Угу. Да, мой повелитель. Да. Хорошо, двигаемся к Испании. Господин, мне нужно немедленно поговорить с ним. Давайте, может быть, торговать с Египтом. Ну и вообще союз было бы неплохо. Мне нужно немедленно поговорить. Так, ну и с Арменией торговать. Вообще, чем больше торговых отношений, тем даже и лучше. Мне нужно немедленно поговорить с ним. Так, а вот с понтийцами союз, интересно. И потребовать еще и денег немного. Сейчас же. Хорошо. Так, думаю, да, вот в Фессалониках можно еще будет переподготовить. Сколько у нас по финансам? Всего лишь 1000 только, да, прибыли. Но зато 7000 прогнозируется. Хорошо, давайте сдадим следующий ход. Так, Абрей. Ну, я вообще думаю, да, вполне себе можно будет попытаться отбиться. Сегодня грустный день для богов. Они не захотят увидеть смерть храбрецов, но им понравится наша победа. Это я вам обещаю! Пусть боевой клич вселит ужас в сердца врагов. Воззовите к небесам, сыны Греции, и сражайтесь с честью! Так, отлично. Да, пехоты у нас, конечно же, маловато. Ага.
Хорошо. Да, даже и не знаю, куда ее закинуть, эту баллисту. Вот так вот, что ли. Только, может быть, немножко выше. Ну да, давайте вот так вот. Враги привели на поле боя подкрепление. В тщетной надежде спастись. Лучники, луки Артемиды. Отряды. Так, ну хорошо, думаю, наши лучники справятся все-таки с вот этой вот конницей застрельщиков. Пехоты у него совсем мало. Ну, у меня, в принципе, и тоже пехоты мало. Так, ничего, ничего, подходите. Я думаю, да, все-таки ж наши войска выдержат. Так, отлично. Баллисточка начала стрелять. Правда, мимо, но хотя бы так, ладно. Так, 1% потери у врагов. Так, отлично. Так, отлично. Всадники бегут. Так, здесь уже все решит. Решит пехота. Генералам на фалангу. Ну, это очень мудро. Вражеский полководец убит. И сейчас его люди боятся вас. Настало время форсировать атаку. Так, отлично. Ну да, в принципе, тут же и посыпалось все. Вражеский полководец убегает. Настоящие вожди вообще так себя не ведут. А во время битвы это и вовсе невероятно.
Угу. Ну да, вот пока вот он нацелен на генерала, я думаю, стрелками можно его и заодно и баллистой можно немножко в него пострелять. Да что такое, да? Так, отлично, бегут. Враги показали, чего они стоят на самом деле. Они не солдаты, они просто пуганые кролики. Так, ну отлично. Теперь нам остается только добивать. Так, догоните-ка вот этих вот ребят, желательно. Кто у нас? Фракийские наемники сбежали. Вражеская армия бежит! Преследуйте их! Гоните их с поля боя! Так, ну и остается нам добивать как можно больше. Вообще, слишком уже высоко взял. Уж слишком высоко баллиста там взяла. Слава богам! Это победа! Безусловно, дело их рук, а не простых смертных. Отлично, безоговорочная победа. Ну да, ну да. Очевидное поражение. Примите ради всего святого. Воды кончились, господин. Так, хорошо. Лариса растет. Давайте, да, вот расширять город. Так, Абрей получил плюс 3 к командованию. Отличный полководец, кстати говоря. Так, давайте вот еще критских стрелков наймем. Уничтожите их! Ну и вообще, да, вот попытаемся заштурмовать Родос.
Возьмите щиты и копья! Наденьте шлемы! Выбросьте страх из ваших сердец! И помните! Вы сыновья великих солдат! А теперь бейте их изо всех сил! Бейте без жалости! Сотрите наших врагов с лица земли! Так моего приказа! Хорошо. В принципе, как мне кажется, да, вот Родос, ну ничего не должно вроде бы спасти уже. Так, хорошо, пельтастов подготовим. Враги привели на поле боя подкрепление. В тщетной надежде спастись. Так, я думаю, самое главное, да, вот чтобы баллиста пробила ворота. Она ведь пробьет ворота. Хорошо. В принципе, да, с такого расстояния, наверное, это было бы промазать сложно, наверное. Но кто говорил, что у нас нету своих собственных талантов? Вот, пожалуйста, вот умудряются как-то. Так, хватит. Так, а вот и подкрепление тут уже подтянулось. Для него мы, я думаю, да, вот устроим засаду. Подкрепление, думаю, не суждено будет. Добраться до города. Поразили страхом вражеского полководца. Теперь он бежит с поля боя, как последний трус. Так. Ну вот теперь вот, да, вот ополчение гоплицкое осталось. Раскидать. Ну а мы тем временем заходим в город. Ну да, вот прямо в своих нужно попасть. Я ж тебе нажимал отставить приказ. Наши солдаты захватили стены. Настало время атаковать и занять город.
Так, отлично. Так, заходим стрелками. В принципе, да, копейщики будут прикрывать. Стрелками, думаю, да, вот мы как раз вот этих вот всех конных застрельщиков, ну и перестреляем, конечно же. Так, давайте вот пельтастами перекроем проход на всякий случай. Так, отлично. Так. Похоже, что я немножко перестарался. Слава богам! Вражеский полководец мертв! Его люди знают, что их судьба решена! Вот вы трусы, блин, эти фракийские, они сразу же бегут! Вражеская армия бежит! Преследуйте их! Гоните их с поля боя! Хорошо, давайте подтянем лучников. Так, капитан Микист, капитан Керамейк погибли. Ну да, что вы сможете сделать против фаланги? Так, отлично, давайте немножко подтягивать фалангу поближе к центру. Лучники тем временем пока что будут прикрывать. Так, отлично, подтягиваем всех стрелков. В принципе, да, думаю, перестрелять их тут уже остается совсем немного. 5% потеряли. Всего-то ничего. Они еще раз сбежали, эти фракийские наемники. Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом,
и они обратились в бегство. Так, завершай. Это героическая победа, достойная греческих солдат. Отлично, победа еще одна. Давайте просто займем Родос. Чудо захвачено. Наша армия захватила одно из знаменитых чудес света. Такой трофей достоин и богов. Колосс увеличивает морскую торговлю на 40%. Колосс – гигантская статуя бога Гелиоса, солнца Гелиоса, стоящая у входа в гавань Мандраки на острове Родос. Жители Родоса выручили деньги на строительство этой необыкновенной статуи от продажи оружия, брошенного македонянами после безуспешной осады города. Возвышавшаяся более чем на 30 метров, она была создана скульптором Хареса из Линда. Возведение колосса заняло 12 лет, и работа была завершена в 282 году до нашей эры. Уже в 226 году до нашей эры статуя рухнула во время землетрясения, но сохранившиеся нижние части ног и многочисленные осколки статуи продолжали привлекать гостей острова. После падения колосса Плиний написал: «Немногие люди могут обхватить руками его большой палец». Это была выдающаяся со всех точек зрения скульптура. Попыток воссоздать колосса не было из-за запрета рака. Отлично. Готовы? Да, господин. Так, я думаю, да, вот этих вот можно распустить, наемников. Родос мы захватили. Это просто чудесно. Так, хорошо. Давайте вот переподготовим оставшиеся войска в Фессалониках. Так, ну да, вот оставшиеся деньги уже как бы... Я даже не знаю. Да, даже на берему не хватает, к сожалению. Мой повелитель. Так, хорошо. В принципе, да. Так, по времени уже нужно заканчивать. Аполлонии осталось два хода. В принципе, можно уже в Италию будет переправляться потихонечку. Но нам вообще нужно добивать греков, добивать Пергам. Ну и потихонечку с Фракией. Фракийцы вроде бы ничего такого вот не завоевали. Давайте посмотрим. Ага, они зато с даками воюют.
Ну и в принципе нормально. Так им и надо. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Увидимся, услышимся в следующих сериях. Всем пока.